Однако с мнением депутата Дениса Монако не согласен глава Оричевского района Сергей Смирнов. Чиновник уверяет, по направлению Пищалье-Суводи ездят лесовозы, и особенно в сезон дождей по дороге просто не пройти. Было принято решение привлечь спонсоров для содержания дороги. В рамках контракта ремонт не предусмотрен. На дорогу завезли строительный мусор. Откуда его привезли, рассказал глава Оричевского района Сергей Смирнов. Мы брали с поселка Мирного, у нас там бывший торфабрикетный, ну, самая бывшая торфяная котельная, она сейчас разбирается, оттуда как бы дали, потом бывший брикетный завод, оттуда давали, затем село Монастырщина, там разбирали фермы, плюс директор там данного предприятия возил из Кирова, разбор офисного здания у него был, тоже он там складировал у себя, тоже оттуда давал нам.